Всем доброго здоровья и приятного аппетита. Сейчас кушает с вами Юля Мишка. Всем привет. Ребята, вы просили этого, и сегодня будет сражаться Юля в Story Mode. В общем, Юля будет проходить. Короче, заслали меня на поле. Она ни разу не играла. Я ей только буквально объяснил, вот так, на словах, как сражаться. Сейчас действительно будет... Опа-на! Слушай! Кстати, это я могу справиться. Все, короче, Юля прошла кампанию, для нее все это кончилось. Мне одного достаточно. Ладно, я не знаю даже, какую Юлю прокачку посоветовать. Давай-ка купи, я не знаю, джетпак тебе нужен, как ты считаешь? Нет. Или блок стрел тебе нужен? Или клон? Может, сначала клона купить? Или клон. Юля, я думаю, более нужен расход. А потом все-таки надо, чтобы. А потом Юля прокачается. Да. Сначала нужно, так скажем, страховку себе прикупить. Они сразу будут отбиваться или нет? Да, то есть только ты смотри в лицо, понимаешь? Смотри в лицо обязательно. Все, все. Но здесь сейчас лучников нету, поэтому, в принципе, давай. А, у тебя же нечем отбивать. Мы же клоны купили, Юля. Ух ты, ё-моё! Слушай, а никто не узнает, может, я так лёг играю. Блин. Серьезно, слушай, ты хорошо их расфигарил. Молодец, молодец. В общем, Юля попытается всеми силами сегодня одолеть 10 уровней компании. Не знаю. Но я постараюсь. Давай, жми Е. Что будешь покупать? Так, вот, отбивай, вот да. Вот. Только запомни, ты должна смотреть вот при первой прокачке прям вот практически в лицо. 90 градусов только всего лишь. То есть прям такой уголок. Ох, я постараюсь. Давай, все, все лучники, в твоих руках. Лучники, это мой страх. Я вот, боюсь. Сейчас как раз они и будут. Желательно вот на эту... Залезай доску, на этот уровень, где и они. Да, да. Смотри, пусть они перережут друг друга. Только ходи вперед, тут там же боковые есть. Аккуратней. Шинкуй. Он труп, иди дальше. Стой. Он тоже труп, иди дальше. Они все перед тобой падают. Давай, не убило. Он не отразится в него. Это плохо. Юль, да? Только ходи все время. Ты его что-нибудь. Ё-моё, он, короче, все под контролем. Давай, все сейчас получится, Юля, мы уверены. Мы прям вообще болеем за тебя. Пила, нет. Давай. Искосок. Ну ладно, и так, может. Если что, иногда вот. Тихо, ух ты, ты отразил и убил, да, этим. Если бы сейчас не отражение, ты бы, наверное, померла, скорее всего. Юль, вот погоди, он стрельнет и атакует. Давай. Все. Так, карго, так, тык-тык-тык-тык. Я предлагаю вот этот поход длительный пропустить. Все, Юля прокачалась, она прокачала еще одну стадию отражения стрел. Ну, давай, Юль, главное, не попадись на пилы. Косо бей, косо. Видишь, он такой, опа, перепрыгнул Юлю. Тихо, только спиной к стрелам не стой. Только аккуратнее, к лучникам. Давай, разворачивайся. Давай, теперь они не смогут попасть. Давай, разберись с ними. Один уже, видишь? О, уже труп. Он не добежал, он сдох. Ему хватило легких. Давай, Юль. О, молодца. Давай еще одного. Ты сейчас вытащит вот от этих круговых пробежек. Все, Юль, я только вот спиной аккуратнее, не стой. Вот. Ты, в принципе, можешь встать. Просто... А, у тебя, стой, погоди, у тебя не до конца прокачано. Да, извини, забыл. Иди вперед, чтобы они друг друга попали. Вот. Вот. Давай, стреляй в меня. Немножко по диагонали встал. Вот стой так, стой. Блин, он... Ты чуть-чуть правее, чуть-чуть. Во, отлично. О, все, давай. Правда, давай, стреляй. Он практически... Ты что какой? Ну, чувак! Он слился, короче. Давай, Юль, добивай его так. Не отразиться в него. Да? Сразу же говорю, да, у тебя еще не полная прокачка стрел. Только в пилу не попади. Все, отлично. Тебя опять пердолит, не знаю сколько. Ладно, давайте пропустим это. Мы снова тут. Юля прокачала полное отражение. Ё-моё. Они стреляют? А как назло, это, лучников нету. Они кто стреляет? Нет. Из меча нет. Только, Юль, не забывай, что тебе нужно постоянно двигаться, иначе бабас... Поезд как его сделает. Как с прыжка. Пробел, прыжок, если что. Хорош. Практически. Опасайся бомб. Опа. Бью. Хорош. Нет, ты еще его постриг... Нет еще. Он должен бомбануть. О, смотри, он всех разбил. Давай, добивай. Практически. Очень близко короче, была. Короче, ладно. Сейчас, погоди. Юля, соберись. Давай. Да как его убить? Поцарапало немножко мужика. Добивай хотя бы это. Все, замечательно. Все, только паукан остался. И... И... О! Ну... Фига себе, тебя аж... Ой, ладно, хоть тут не было никаких пил. Юля постоянно... Как встать-то? Да. Я думаю, что он не встает. Уже не вставать не просто хочет. У Мишки так хорошо получалось, я думала, автоматически встаю. Надо в бок просто нажимаешь.
Ой, сколько шкерить. Ладно, пока чем-нибудь заполним. В общем, Юль, какие твои ощущения? Мои? Меня как чуть ли не трясет. Как вообще тебе игра? О, сложно. Одно дело, я вообще первый раз со стороны играю. Я понимаю. Да, в чем мне? Ну, клон у тебя есть? Джетпак не хочешь, чтобы побыстрее возвращаться, например, к захвату? Я прям даже не знаю. Ну, давай. Давай, бери его. Просто стрелы переключать тебе не особо будет легко. Там единицу, двойку нужно нажимать, на правую прицеливаться. О. На шифт. Эй! Не так быстро. Без тебя не уедет. Они так. Они нормальные, так что это аккуратнее давай. Они такие серьезные пиплы, я могу сказать. Так. Опасайся, опасайся. О, хорош, хорош. Вот сейчас набежит народ. Ай! Чуть-чуть подгазуй, да. Давай от них подальше. Я, короче, подожду, чтобы они сами ко мне пришли. Надо вот здесь вот, где меньше пил. Да их бы хорошо, может, наоборот напил. Он один скотчет, он, как сказать, долго будет. Юль нашла жертву. Давай. Тихо. Тебе нужно аккуратней. Давай, боком, боком. Хорош, хорош. Еще одного. Пошли. Пошли. Юль чуть головы не лишилась. Все, спокойно. Разворачивайся, давай. Они оба уже скотчат. Смотри, как ты их инвалидами сделал. Давай. Опа, все, еще одного. Давай. Хорош. Все. Слушай, ну ты практически. Я советую тебе купить клона. Да, честное слово. Я тоже советую. Иначе... себе купить клона. Иначе может все плохо закончить. Ну слушай, если ты сейчас пройдешь с первого раза, то ты, могу сказать, играешь лучше, чем некоторые. Сенсей. Да, то есть ты прям так. О, не лучше. Будем зарекаться, но я, сказал, я уже если, для если. Себя, для себя, я уже, так скажем, вообще герой. Просто-напросто. Я все, не ожидал, клон. Что я так далеко дойду. Ну да, но игрушка, ну компания это одно. Если вы хотите, мы Юлю еще в Endless мод закинем. Да, если посмотрим, насколько она там продержится. Ладно, давай, Юлек, у тебя сейчас гораздо серьезнее будут проблемы. Да, сразу же поворачивайся. И о, желательно... о, слушай, а у тебя же отражение самое мощное, серьезно, да. Все, молодца, лучников убрала. Убирай теперь пауканов. Пауканов, давай. Прыжок. Поздно. Да, теперь ладно. Этого попытайся. Прыжок. Ах, у Юли нету немножко. Короче. Все. В бок, вправо, влево. Ну стой, ничего. Он долго стоит, все нормально, давай. Отходи чуть-чуть. Если что, у тебя джетпак есть, не переживай. Ладно, ладно. У тебя бомба летит. Юля попытается снова того, да? Или кого? Че она вообще? Ай-яй-яй! Юля непредсказуемая. Все, стой, встань, дайте мне встать. Идет на одного, разворачивается. Все. Еще один. Тебя, кстати... Труп! Ты как? Видишь меня? Ты видишь? Ты чуешь? Сейчас ты зачуешь. Да, он только нужен. Ё-моё! Сейчас тебя еще ногой раздавит. Нет, сейчас. Стоп. Ну что за даун? Нет, ну за... Что за даун? Да, господи. Он меня, дайте встать. Он уже гордый. Он такой, лол. Еще вот чуть взрыв. Давай шифтец, Юль. Все, я гоню. Газок гасую. Есть. Тебе энергию надо прокачать, да, на самом деле. Конечно. А то это... У тебя и так два клона есть, то есть подстраховка уже все. Так, а лук у меня... Ну, то есть я это... В жопу тебе лук. Нет, я имею в виду... У тебя отбивается по полной, да. То есть тебе лук, в принципе, не нужен. Давай вот этот. Да, бери. Так, у нас прокачка под названием «Ниндзя». Собственно, Юля, она такая быстрая, ловкая и отбивает стрелы. Конечно. Давай, супер, убийца крутая. Просто местный. Да, убийца. О, вот эти... Короче, к ним не приближайся, они достают меч. Отражай лучше стрелы. Давай. Ну, они тоже... О, хорош. Есть, задело. Ох! Собирай стрелы. Сейчас, погоди, ну просто я боюсь к ним, они приближаются. Тихо, тупилы. Хотя, тупилы. Вот. Не, они, кстати, убегают, походу, мне кажется. Тихо. Вступай в бой. Вот, один меч достал. Спину не поворачивайся. Давай. Хорош. Ё-моё! Хорош. Один сдох, походу. Отлично! Вообще замечательно. Все, газуй домой. Фу, блин, нафиг. Можно я там останусь? Тебя называют талантливым человеком, вот эти комментаторы. Да, спасибо. Все, сейчас бы что тебе прокачать, интересно. Клоны у Юли есть, да? Да. Энергия вроде есть. Я даже не знаю, что ты хочешь? Не знаю. Ну, прокачай еще энергию. Давай, у тебя будет 3 энергии.
Я, конечно, не знаю, для чего это Юля. Но вдруг Юля слишком уже... Клона. Рич Бич она на самом деле. У нее все есть уже. Куча энергии. О! Ё-моё! Да вы что, издеваетесь, что ли? Фор Юля, давай. Ни стрел, ничего нету. Давай, Юлёк, ты сможешь. Первый мимо. Второй... Убит. О, все, пошло. Не забывай, что у тебя есть нитро. Ты можешь газу поддать. Давай! Вот, вот если бы не поддала, ты бы уже валялась. Как вот мне убить его? Знаешь что, попробуй газу дать и нажми удар. Серьезно. Давай, газ, разворачивайся. Давай. Стой, нет, они слишком. Давай, 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 давай. Вот так, вот так вот. Попробуй их шагануть. Слушай, а что какой-то дым как будто... Нет! Юля в шоке. Все, почти. Я убил его, нет? Нет, не убила. О, хорош. Ну вас нафиг, мужики. Одним ударом всех завалил. Семерых одним ударом. Все. Отлично, так, отлично. Я считаю, что что мне необходимо? Ну, тебе клона, если клоун. Давай, Юля, у тебя практически последняя карта, что ли, там, я даже не помню. Давай, клона бери. Ну тебе, по большому счету, клонов практически ты не надо. Ну знаешь, лишними не будут. Ну хорошо, давай. Вдруг? Пердуй. Тут есть лучники? Юль, нет, это последняя карта, ё-моё. Юля уж все прошла практически. Он это, он стреляет? Нет, он, как сказать, чисто сражается с тобой. А хорошенько... Кто мастер? Кто сенсей ни одного клона не потратил? Туизи, на самом деле. Ладно, тебе еще нужно будет как-то выйти отсюда. Ой, вот это, конечно, да. С пилами я еще не сталкивалась. Ну, посмотрим, ладно. Все, давай пускай меня. Ну, она тебе объясняет. Давай, беги, Юлион. У тебя сейчас единственное... Ну, у тебя, считай, 3 шанса, да? 4 даже, наверное. Да. Ой! Давай, 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 пускайся. Сейчас еще не будет. Ты подгазни, у тебя же нитро есть. Что ты как да, бы... погоди, я... Все понятно, я понял. Аккуратней, аккуратней. Все, молодцы. Все, я увы... А попробуй газу дай, дай газу. Да, отказа, все. Заглючило, смотри. Все, я просто неубиваемый робот. Вивиан, она с газом ушла отсюда. Я просто мощная. Ну что, я поздравляю Юлю с прохождением. Да, давай 5. Да, молодец. Хорошо отстрочилась. В общем, если вы хотите Юлю помочь в Endless моды, я думаю, пишите, мы это устроим. Да. В общем, молодец, Юля, ты прошла. Я пойду на покой сейчас. Отдыхать. Да. В общем, ладно, всем хорошего настроения, всем пока. Всем пока.